карету скорой грузят 30-летнюю женщину, находившуюся за рулем автомобиля «Шкода». Днем 19 октября «Шкода» врезалась в угол многоэтажки по улице Благоева, дом номер 32. Вот что говорят очевидцы. Ехала с оттуда прямо. Ага, на скорости на большой она сбила? 60, может быть. Женщина переходила по пешеходке? Да. Вы вызывали скорую или нет, как? Нет, там ребята, я не знаю, кто вызывал. А потом она на полном ходу въехала в угол здания, да? Там еще кто-то в машине был или она одна? Я сразу открыла, думала, что ребенок, а если ребенок, то вытащила оттуда, и никого не было. Сотрудники ГИБДД подтвердили, за несколько минут до нашего приезда в другую карету скорой погрузили другую женщину, 37 лет. Пострадавшая переходила дорогу по пешеходной зебре и была сбита этой «Шкодой». Вот тут вот, да? Вот здесь, да. Но ее подрезали, я не знаю. Может, подрезали с другой стороны, она выскочила. Я не видел. Я видел то, что ее сбил уже. Очевидец Далер признался, что сам едва не стал жертвой. Пролетая по тротуару, «Шкода» чуть не зацепила и его. По данным ГИБДД, женщины получили серьезные травмы. А еще госавтоинспекция информирует, женщина-водитель «Шкоды» ранее привлекалась к административной ответственности за непредоставление преимущества в движении пешеходам. Государственная автоинспекция Тверской области напоминает водителям о предельной внимательности при проезде пешеходных переходов.